Сквер Победы сейчас мало соответствует своему триумфальному названию. Проход сюда закрыт. Здесь ведутся строительные работы, и пока они на этапе разрушения. Здесь уже сняли всю плитку. И сейчас с помощью специальной техники демонтируют бетонное основание фонтана. Самарцы по-разному отреагировали на реконструкцию сквера. В социальных сетях появились фото и домыслы, что после ремонта знаменитый фонтан уберут навсегда. Якобы уж слишком основательно его разрушают. Однако большая часть жителей спокойно отнеслась к строительным работам. Я считаю, что можно было бы обойтись, потому что был неплохой фонтан, и сама плитка там была хорошая. Ну, я так предполагаю, что ремонт какой-то вообще нет, не в курсе. В администрации города пояснили, сквер Победы приводят в порядок вместе со всей улицей Молодогвардейской. Фонтан в настоящее время демонтирован. Демонтирована чаша фонтана, демонтированы коммуникации, так как они за несколько лет эксплуатации, естественно, износились. Фонтан, конечно же, останется на месте. Фонтан никто уничтожать не собирается. Точно так же отремонтировали в прошлом году Старозагору. Сейчас все четыре фонтана на бульваре работают в обычном режиме. 30-струйная водная конструкция в сквере Победы должна вновь заработать уже в этом году. Фонтан был хороший. Ну, если обновят, то это, да, наверное, лучше даже. Завершить ремонтные работы в сквере планируют в октябре. Олеся Корецкая, Сергей Баскин. События.